Будет опробовано. Ноу-хау. Как на карася меня эта рыбалка напоминает. Домой пошла. Чуть крупнее бы взяли, это пусть плывет. Ребятки, приветствую вас на своем канале рыбалки. Вернулись на местный водоем под названием озеро Вилюй. Соленое в простонародье. Попробуем изловить корюшку малоротую. Свернули с главной дороги в лесок, едем к месту под названием Лебедка. Паркуемся и на лед. Вон у нас озеро. Все, снарядился. Сейчас пойдем, говорят, лед тут как стекло. У меня давно такие мысли возникали. Бывает здесь такой ледок, как на катке. Так что у нас сейчас будет опробовано. Ну, а у меня с собой сегодня две макалочки. Чуть-чуть прикормочки. Чаек, стул и буру, все. Погнали на лед. А вот обратные тащить. Когда еще с корюшкой. Что еще веселье? Предлагаю опробовать ноу-хау. Не снегоход, мы едем. Ледок такой, пойдет. Погуляем, в общем, на спорте сегодня. Рыба будет бонусом. Подышим воздухом. Побегаем на коньках. Походим, поищем рыбку. Супер, погодка отличная. Как на карася меня эта рыбалка напоминает. Шел, закормился. Одна глубже, другая меньше. Ищем подходящую глубину. Ждем первую поклевочку. Вот и солнышко стало. Народ еще идет и идет. Видать, знают, когда ходить. Скоро будет жор. Сидел я 10 минуточек, вот вторая рыбочка уже мелкая, правда, но не то, что хотелось бы. Вот она, наша малороточка. Чуть крупнее бы взяли, это пусть плывет. Рыбка подо льдом. Рыбка неактивная, много холостых. Кормим по чуть-чуть. На жареху наловили. Местный кижуч. Тридцатничек под названием.
Давай уже плыви. Не густо, но и не пусто. Такая малорудочка. Все, ребят, предлагаю заканчивать сегодняшний день. Отличный день на рыбалочке. Чуть меньше километра до океана. Свежайший воздух. Отлично проведенное время. Всем не хвоста не течет. Завершаем мы кратенький обзор местных рыбалочек на вот такой бухточке. Ягодная под названием в простонародье пенсионка. У нас сегодня Ромка в обзоре на зимнюю рыбалку. Он впервые выходит. Так что у нас опять рыба-бонус. Будем проводить время с целью тренировки. Покажем все прелести зимней рыбалки Ромки. Сегодня морозец у нас минус 10. Как раз корюшка с 10-метровой глубины. Самая прелесть. Да, Ром, ты готов? Все отлично. Все, мы пошли на рыбалку. Пошел урок номер один. Все, это последняя, так всегда туго. Крути. Все, теперь вот так, шик-шик. Ром, ты понял, кто корюшку съел всю? Да. Они. Нерпочки. А пока я объяснял, Ромка поймал вот такого зубаря. Он чуть больше сигареты. Это наша местная тут корюшка. Ну, здесь есть хорошая рыба. Заходит неплохой зубарик. Продолжаем. Вот у нас вот такие вот корюшки, можно сказать, даже хорошо. Но по местным меркам это очень маленький размер. Вот. Даже поймали селедочку. А Ромка у нас умудрился зацепить даже краба. Но вытащить мы его не смогли в эту луну. Заканчиваем мы рыбалку на ягодке. У нас получил первый опыт Роман. Да? Роман даже обловил меня. Такие дела. Останьте чешуи. Всем пока. Ромка, поехали домой.